Кабанья. ¿Para qué ganas? Andalucía. Lleva mucho vodka para quitar el frío. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь в очень необычном месте. Я нахожусь на ночном рынке в городе Валенсии. Этот рынок организовывается раз в год на праздник Трех Королей, или, как говорят, еще на праздник Трех Магов. Дело все в том, что в Испании есть такой обычай: 6 января на праздник Трех Королей дарить детям подарки. И этот рынок специально организован именно с детской тематикой. На этом рынке продаются детские сладости, детские игрушки, все, что можно подарить детям, да? Ну вот и родители стараются. Вот постараюсь я вам показать нынешнюю моду, что покупают детям, ну и передать это праздничное настроение вам. Так что оставайтесь со мной, думаю, будет очень интересно. Esto es el postre, el resopón. Rosa, coge. Aquí está el pecado, ¿no? Я вот снимаю, ну, конечно, очень сильно шумят генераторы, потому что столько иллюминации. Это торговцы привозят свои генераторы, которые работают или на солярке, или на бензине, неважно, вот они создают такой небольшой шум. Que beba mucho vodka para quitar el frío. Vale. ¿Algo más? Ya está. Ya está. Muchas gracias. Van a España. Así ya completo el vídeo, ¿no? Muchas gracias. A vosotros, a ti. Feliz año. Igualmente. Gracias. gran estabilidad y una capacidad de escalada que de este negro puede dejar que los niños el pantalón y todo es que estén apretando. ¿Qué? Para nada. Oye, la XXL, a mí me sale bien la XXL. Sí, pero todos colores, el blanco. Vale, perfecto. ¿Te estará aquí mañana? Sí, claro. ¿Te pasaré con mi madre? Aquí todo el día, toda la noche. Ну вот, пожалуй, я и осветил этот небольшой рынок, показал вам весь колорит, что происходит перед праздником Трех Королей. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, что кому-то это, в принципе, для путешествия пригодится информация. То есть, если вы будете у нас в Валенсии, в Испании, то приезжайте, пожалуйста, на этот рынок. Рынок называется Меркадо Кабанья, то есть предрождественское время он всегда открыт. Хочу со своей стороны поздравить всех с наступившим 2020 годом, ну и пожелать всех благ вам, друзья. Так что я в этом году, если все нормально будет, то есть без изменений, буду, как всегда, делать небольшие для вас ролики, посвященные Испании и Валенсии. Так что до встречи, всех благ вам, друзья. Кабанья.